Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Foxhole War PlayStation 1 версию американского региона команды будущих хирургов на харде. Пока что у меня 5 врачей, и мы отправляемся в шестую миссию, Underside. Ну, здесь просто кровь из носу, надо потратить первый ход на минном поле. Вряд ли у меня удастся не получить, ну, перепрыгнуть через мины вслепую. Я даже видимым не перепрыгивал. Хотя у меня взрывалась под ногами, я помню, мина. И ход продолжался. Было такое. Вот тут вот я шел. Во! Видите? Есть тут такое читерская мина, которая не задевает. И мы сейчас скинем одного из вражеского пиротехника. Думаю, какого? Вот этого скинуть лучше. Давай вот этого скинем. Хотя, стоп, а зачем? Зачем его скидывать вообще? Ну, можно же оставить. Он как бы не мешает теперь. Так, мой любимый дебют. Отлично. Камия, бери аптечку. Так, ну, первым делом, наверное, надо вот этого прокатить по минам. Эх, живой еще. Так, это тоже спрятался шпион, отлично. Можно тоже взять аптечки. Сколько у тебя там хп? 28, одна граната. Давайте я его уничтожу сразу. Что его оставлять? Ой, неприятно. Так, ну, а, у тебя огнемет есть, я забыл. Ну ладно, пока не смертельно. Так, Оваку, бери аптечку. Обязательно идти к шпиону? Да я думаю, нет. Давайте кинем просто ему. Или не ему, а тому. Так, наверное, на всю надо брать. Вот так вот. Кендо. Он прячется, ты смотри-ка. Так, ну пускай прячется. Какие проблемы? Ты где? А, ты тут-то. А я тут-то. Блин. Вот это вот плохо. Но он все равно прячется. Не, ну скидывать вниз этого пиротехника, наверное, плохая идея. Хотя, ну да, что-то как-то. Давайте я лучше подлечу сам себя. На десяточку. Пускай он пока с пистолета стреляет. Я все-таки хочу добить шпионов. Опять прячется.
Кстати, не смог опять спрятаться. Тридцать два хп. Ой, блин, если он сейчас травить начнет. Ну, мне не страшно, у меня профессия. Твоя отрава мне до лампочки. Ну и что? У меня есть лечащие руки. Себя вон отрави. О, молодец. Ваншотный стал. Так, подлечим товарищам. Сколько там у него хп? Вылечим от яда. Так, и тут шпион не успел спрятаться. Это хорошо. Я ему закину сейчас лимонку. Давай сюда. Так, тут Миками терпит, принимает на себя весь урон. Зимаока. Давай опять займемся тем шпионом. Я не знаю, сколько у него там хп остается. Но я думаю, что не так уж и много. Шестьдесят. А, нет, еще много. Ох ты. Димаока становится ваншотным. Так, ну ладно. Миками подлечит опять сам себя. Так, этот шпион сам сдохнет, он даже прячется. У тебя, братан, у тебя плохие дела, я тебе скажу. Так, можно попробовать на минное поле закинуть. Я, наверное, так и сделаю. У него еще 60 хп. Не, не получилось. Ну ладно. Так, давай двадцаточку. Следующим ходом я его добью. Это шпионское рыло. Ай! Так, ты тоже сдох. Так, Оваку, надо идти наверх. Надеюсь, я тут все вскрыл. Тут одна мина была. Где это? Это место же? Да. Проход открыт. Ну, во-первых, надо подлечить Миками. Ну, а потом заниматься пиротехником. Вниз его скидывать что-то не хочется. Опасно. Поэтому давайте-ка мы его не будем скидывать. Пока что еще. Ой, огнемет использует, ты смотри-ка. Какой ты хитрый. Так, а чей ход? Так, пойдешь подлечишь. Только не напарись на мину, я тебя прошу. Вот тут я проходил. Ай! Твою мать, где мина-то была? Фух,
Так, ну надо лечиться. Так, Миками использует микстуру еще раз на себя. Роуфиш. Охренеть, я там мины повзрывал. Ты как у нас? В порядке? Бомбардир более чем в порядке. Ну чё, попробуем его скинуть вниз, там вроде есть наш. Мы не будем рисковать. А, у меня нет гранаты. Ну ладно. Стрельнем из винтовочки. Так, еще один тут у меня. Вообще, гранат нет у меня, так что можно сверху попробовать достать. До полтинничка. Камия, камия. Так, Оваку, кого можно тут подлечить? Ну, тебя можно подлечить. Гранаты есть? Гранат нет. Печально. Тридцать хп осталось. Так, у Миками есть три гранаты еще. Так, у Ямаоки есть одна. Отлично, Ямаока пойдет добивать оставшегося. Ну что, лови тридцатку. Странно, он даже на мины не попал. И шестая миссия пройдена. Плюс две медальки. Пока прокачать не сможем никого. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующей серии. Пока-пока.